Здравствуй, дорогой абитуриент! Меня зовут Дусенбиев Аскар Шамшидинович, и я являюсь заместителем декана Казахстанской морской академии. Я бы хотел рассказать тебе о Казахстанской морской академии, которая была создана в 2012 году в стенах Казахстанско-Британского технического университета при содействии и плотном взаимодействии с университетом из города Роттердам, Нидерланды. С 2012 года мы уже совершили 4 выпуска наших студентов. За 4 года мы подготовили более 75 специалистов для морской индустрии Казахстана. В стенах нашего университета вас будут обучать, будут готовить к будущей вашей профессии специалисты с огромным практическим опытом за плечами. Наши преподаватели получили образование в таких странах, как Россия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Германия и в Королевстве Оман. Я бы хотел сказать, что эти преподаватели вкладывают всю свою душу в наших студентов, потому что мы видим в наших выпускниках продолжение своей деятельности, и мы видим будущее нашей морской индустрии в наших студентах. По образовательным программам, которые мы осуществляем в стенах Казахстанской морской академии, мои коллеги расскажут чуть-чуть попозже. Но в первую очередь я бы хотел сказать, что каждый из вас, дорогой абитуриент, я обращаюсь к тебе, получит незабываемые впечатления за годы обучения в КМА и получит уникальную возможность работать в морской индустрии на благо экономики, на благо нашей Родины, на благо нашего Казахстана. Добро пожаловать в Казахстанскую морскую академию. Мы ждем тебя.